Девочки, мальчики, всем огромный привет! Привет моим подписчикам и тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария и рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мое видео будет в первый раз в этом году, и видео будет о фаворитах 2014 года, который мы успешно уже проводили, поэтому если вам интересно, какие продукты были самыми любимыми у меня за весь 2014 год, если вам, в принципе, нравится видео о любимых продуктах блогеров, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Начать я хотела бы, наверное, с ухода, действительно ухода, который меня покорил, который мне полюбился. В принципе, у меня уходовых продуктов очень мало в фаворитах, поэтому с них и начнем. Итак, прежде всего, это гидрофильное масло, в принципе, любое гидрофильное масло. Умывание с помощью гидрофильного масла я полюбила всей душой, потому что я человек ленивый, я человек, который не любит за собой убирать всякие ватные палочки, ватные спонжики и прочие средства гигиены. Да, есть за мной такой косяк небольшой. Итак, так как я не люблю ватные диски всей душой, поэтому умывание без ватных дисков я априори люблю. Итак, и самое-самое мое любимое гидрофильное масло, реально, я вот прям обожаю. Это масло от Dior. Единственный огромный минус масла от Dior, это, естественно, его стоимость, потому что продукт люксовой марки, стоит он без золотой карты, я его покупала, по крайней мере, без золотой карты, стоил 1800, сейчас я думаю, что дороже, потому что цены в Rive Gauche просто в тренде. Это единственный минус, это цена. А вообще масло потрясающее, это просто вот для меня до сих пор это лучшее масло, которое я пробовала, потому что оно не жирное, оно убирает весь макияж полностью, оно абсолютно никак не травмирует мою кожу, оно потрясающе приятно пахнет, и вот со всех сторон это лучшее масло для меня. Я, конечно же, пробую другие масла, и я думаю, что в ближайшее время на моем канале появится видео о, скажем так, сравнении разных гидрофильных масел, разных. Следующий продукт также мой фаворит, причем не первый год уже, это масло от Clarins, масло голубой орхидеи для обезвоженной кожи. Это потрясающее масло, я его обожаю, люблю, это все равно для меня лучшее масло, которое я встречала для обезвоженной кожи. Оно восстанавливает мою кожу буквально за одну ночь. И это масло поддерживает не только гидролипидный баланс моей кожи, также с этим маслом кожа моя приобретает ровный здоровый оттенок. У меня ничего не шелушится, естественно. И просто вот более ровно, более здорово, светящееся здоровьем кожи. Мне безумно нравится это масло. И оно просто потрясающе экономично. Ему уже больше года. Я использую практически каждую ночь зимой. И, наверное, раза два в неделю летом я использую. Вот. Использовалась у меня 1/3 где-то этого масла. Кроме того, в 2014 году я начала свое знакомство с маркой Spivak благодаря интернет-магазину Cosmetic Bar. Где-нибудь я обязательно оставлю вам ссылку на мои предыдущие видео об этой марке. Итак, что касается марки Spivak, какие-то продукты мне больше понравились, какие-то продукты мне меньше понравились, но не было такого продукта, который бы мне вообще не понравился, у меня был бы резко негативный отзыв. И три самых-самых моих любимых продукта из всей марки — это массажные гидрофильные плитки от марки Spivak. Я не буду, наверное, открывать и показывать, потому что плитки были изначально круглые и толстенькие, потом для собственного удобства я их со временем разломала на кучу маленьких плиточек, поэтому это все выглядит очень неприглядно, и я думаю, что вы сами себе представляете, как это примерно выглядит, такие маленькие обмылки. Итак, у меня массажная плитка с кокосом, здесь у нас масло какао, шейни, рафинированное кокосовое масло. Обожаю эту плитку, она потрясающе пахнет таким вот слегка жженым кокосом, ненавязчивый запах, быстро выветривается, мне очень-очень нравится. Очень натуральное средство, мне нравится, как оно воздействует на кожу, помимо непосредственно очень хорошего качественного увлажнения.
кожа становится более такой плотной, упругой. Мне кажется, просто кожа становится напитанной, увлажненной, за счет этого она еще и подтягивается. Мне очень нравится этот эффект. Также мне нравятся гидрофильные плитки, потому что я в душе быстро намазалась, смыла, и кожа такая же увлажненная, напитанная. И мне не нужно ждать, что что-то в меня впитается, там какая-то пленка на мне будет или еще что-то. Я сразу собираюсь, одеваюсь и бегу по своим делам. То есть тоже очень удобная вещь. Последнее, что я взяла, это пряный глинтвейн, гидрофильную плитку перед самым Новым годом. Но на самом деле для меня средство просто первой необходимости стало. И также я влюбилась просто в цветочную воду. У меня цветочная вода нероли и цветочная вода апельсина. Это просто супер тоники для меня. Ну, прежде всего, потому что я их использую без ватных дисков, они с такими распылителями. Я их распыляю просто на лицо, жду, когда чуть-чуть впитаются они, и дальше наношу свой уход. Там либо масла, либо крем дневной. Но мне очень-очень нравится, как цветочные воды действуют на мое лицо. И я думаю, более подробно расскажу все это в видео об уходе за лицом, которое у меня тоже скоро выйдет. Но в любом случае это стали реально незаменимые вещи. Я хочу попробовать и другие воды для лица. Я думаю, что я, скорее всего, возьму розу. И маме также я, скорее всего, возьму розу. Она очень-очень просит. И ну так вот, кстати, сходу не сказать, что бы я еще хотела из цветочных вод попробовать. Но в любом случае буду тестировать данный продукт и смотреть, какие еще ароматы, какие еще цветочные воды мне понравятся. И приступим к фаворитам из декоративной косметики и моих самые два любимых тональных средства. Мне кажется, это уже на очень-очень долгий период. Это Lancôme Tint Miracle, это мой самый любимый зимний тональный крем, и Tint Couture от Givenchy. Это мой самый любимый летний тональный крем. Lancôme Tint Miracle у меня в оттенке 03. Такой достаточно слегка смуглый, то есть если вы средненькая такая россиянка, если у вас кожа не совсем белая, но и сказать, что вы прям загорелая нельзя, то, наверное, тройка вам подойдет. Далее, на лето у меня шестерка Elegant Gold в Givenchy. Это самый темный оттенок в линейке Givenchy. На самом деле, я бы, наверное, белоснежкам посоветовала искать оттенки в Givenchy, потому что практически все оттенки из линейки Tint Couture, они светлые, они очень светлые, они светлее меня практически все. Наверное, вот 5-6 это единственные, которые мне подходят. У меня шестерка на лето, потому что я чуть более загорелая, мне нужно чуть более темный тональный крем. Что я обожаю эти два тональных крема? За прежде всего это эффект сияния, то есть оба тональных крема, они работают, создают на лице эффект натурального свечения кожи, то есть натурального здорового лица. Они не создают маску, они очень тонко ложатся, они очень даже хорошо все мои недостатки убирают. Естественно, если у вас какая-то дикая угревая сыпь, я бы не советовала тональные кремы эти, потому что они не справятся с данной проблемой. Но какую-то легкую коррекцию они дают, мне достаточно. Далее, что касается Lancôme Tint Miracle, он не дает морозу, непогоде и всем прочим факторам. Он хорошо работает именно зимой. Он имеет какое-то легкое увлажняющее свойство, при этом он не сползает, держится в течение всего дня. Очень-очень люблю этот тональный крем. Tint Couture, он заявлен как устойчивый тональный крем, и действительно, он достаточно стойкий, он держится также в течение всего дня. Жирный блеск, по крайней мере, половину дня в жару у меня не проявляется. Я обожаю эти два тональных средства. Тема тональных средств. Мой самый-самый любимый консилер в этом году – это Radiant Creamy Concealer от NARS. У меня в оттенке Medium, Custard, наверное, читается это так. То есть такой средненький оттенок, ни светлый, ни темный.
Мне очень понравился Nars, в особенности в тандеме с бьюти-блендером. Кстати говоря, бьюти-блендер я почему-то сюда сейчас не принесла. Но бьюти-блендер в этом году стал моим фаворитом, потому что наконец-таки в этом году я поняла всю его прелесть, я поняла, как он работает, я прочувствовала вот все это. Теперь без бьюти-блендера не обходится мой дневной макияж, не обходится, естественно, мой вечерний макияж, потому что, по крайней мере, растушевывать консилер бьюти-блендером мне нравится намного больше, чем кистью и пальцами. И в итоге бьюти-блендер потрясающе работает с консилером Nars, потому что консилер Nars ложится очень-очень тонким слоем, при этом закрывает и венку, которая находится рядом с глазом, синяя, и синеву всю под глазами, и очень-очень ровно, красиво подсвечивает область под глазами, и мне очень нравится этот эффект. Также у марки Nars у меня есть и другие фавориты, это, конечно же, их румяна и также их корректор. У меня два оттенка румян, один корректор. Корректор у меня вот он находится здесь. Это оттенок казино. То есть он темнее и более холодный оттенок, нежели лагуна, всем известная, всеми любимая. Мне кажется, что моему цветотипу больше подходит именно казино. Мне он очень нравится. Наверное, скоро тут уже будет дырочка. Я очень сильно расстроюсь. Мне он прежде всего нравится за счет того, что он не матовый. Он имеет очень мелкий шиммер. Шиммер на коже не видно. Но при этом он очень органично смотрится именно с теми продуктами, которые я помимо этого наношу на лицо. То есть он не является какой-то такой отдельной линии на лице какой-то матовой. За счет вот именно своего мелкого-мелкого шиммера, светоотражающих частиц, он очень-очень красиво смотрится на коже, он подчеркивает естественный рельеф кожи. И также два оттенка румян. Это син, такой очень красивый, очень глубокий цвет. Он такой слегка сливовый, наверное, я бы его так назвала, с золотым шиммером. И также, конечно же, Nars Оргазм, куда без него. Тоже потрясающий оттенок, очень мне нравится на каждый день, потому что он мне заменяет и хайлайтер тоже. То есть я его растушевываю, у меня здесь получается такой вот розовый оттенок здорового розового румянца, извините за тавтологию. А дальше по скуле у меня идет легкая такая... легкое золото, как получается, как хайлайт. Мне очень-очень нравятся эти продукты. Дальше пойдем по пудровым продуктам. Мои две самых любимых палетки в этом году. Я, наверное, сейчас поражу всех. Но две мои самые любимые палетки — это Dior и Make Up Academy. У Dior мне нравится их лимитированная палетка. Я вам ее уже показывала неоднократно в огромном количестве своих видео. Это палетка Trafalgar. Сейчас скажу, какой номер. Все повалилось, все мои кисточки. Так, это 876 оттенок Трафальгар. Если вы где-то еще встретите эту палетку, я вам настоятельно советую ее взять. Очень необычная, красивая палетка, потрясающее качество цветов. Естественно, Dior немного хуже, чем Urban Decay, но... Ну вот, скажем так, с точки зрения уникальности цветов, эта палетка меня очень порадовала. Я ее брала именно из-за вот этого вот такого коричневого таупового цвета. И также из-за вот этой вот бордовой серединки, которую я все на протяжении полугода как-то примериваюсь, использую очень редко, правда, но использую в каких-то макияжах. Но так, чтобы вот вам показать, как пример какой-то, как я это сделала, я пока еще не готова. Но я экспериментирую, ищу что-то новое для себя. И также, честно, наверное, для меня самое удивление, но я поняла вот сейчас, когда собиралась снимать это видео, что в этом году я очень часто пользовалась данной палеткой, мне ее подарили, и это, как я поняла, задумка была, что это будет более бюджетная версия, как палетки Naked от Urban Decay. И, честно говоря, мне очень-очень нравится данная палетка, мне очень нравятся оттенки, самые мои часто используемые. Ну, на самом деле, честно, для каких-то вечерних макияжей я использую и золотой, я использую черный. Для дневных макияжей, естественно, я делаю чаще, это вот этот вот нежно-розовый оттенок, это вот эти два оттенка, которые я использую для складки. И также, наверное, это вот этот вот коричневый оттенок, который я использую для уголка. А так, в общем и целом, я использую практически все оттенки из этой палетки.
куда-то на вечер, еще куда-то. Она у меня уже такая прям потрепанная, и как я не знаю что. Но я люблю, честно, эту палетку. Мне очень нравится качество теней. По-хорошему, с хорошей кисточкой они не пылят, они не сыпятся. Они прекрасно растушевываются. Даже сегодня мой макияж создан с помощью этой палетки. И мне, честно, нравится. Далее перейдем, наверное, к тушам двум. Две туши у меня самые любимые были за этот год. Это моя любимица многих лет. Еще до ее появления своего на YouTube я влюбилась в эту тушь. И до сих пор это у меня, наверное, тушь, которой я питаю самые нежные чувства. Это Dior, Dior Show Extase. Достаточно неоднозначная тушь для многих за счет своей вот такой вот кисти, которая состоит из таких вот четырех шариков. К ней нужно приспособиться, но если вы это сможете сделать, и если вам нравится эффект таких огромных пушистых ресниц, таких достаточно тяжелых, но пушистых красивых ресниц шикарных, то вам эта тушь понравится. Кто любит, наоборот, разделение, но такие же пушистые шикарные ресницы, но вот еще, чтобы они все разделенные были, и чтобы они были как, наверное, как крыло такое вот, чтобы... То есть Dior, она немного склеивает ресницы, но за счет этого создается какой-то дополнительный объем. Если не переборщить, если вы не измажете полтюбика себе на ресницу, у вас там будет уже все комьями висеть. Нет, но она дает какое-то дополнительное склеивание, легкий объем за счет этого. Шанель, она дает разделенные ресницы, такие вот, как в рекламе показывают, когда они такие, как крылышки делаются. Шанель мне очень нравится. Единственный минус ее для меня — это силиконовая щеточка, но я думаю, что она не давала бы такого разделения, была бы у нее обычная щеточка. Щеточка достаточно большая, поэтому у некоторых она может царапать веко. У меня она ничего не царапает. Мне очень нравится эта тушь, просто потрясающе, честно. То есть это вот две абсолютно разных туши, дающих объем, дающих длину и объем, делающих шикарные ресницы, но одна дает разделение, другая дает, не дает разделение. Вот, обе я их люблю и для различных макияжей, для различных эффектов использую. И последнее на сегодня — это средство для губ, которые самые-самые мои любимые. Я так долго думала, какие помады я использовала чаще всего, и пришла к выводу, что это прежде всего помада от Dolce & Gabbana из серии Моники Белуччи, номер 60, Natural Monica, по-моему, называется. Да, Natural Monica. Просто потрясающий нюдовый цвет. Очень нежный, красивый. Он слегка розоватый нюд. Мне очень нравится, потому что это, наверное, оттенок губ. Просто более яркий. Он подходит абсолютно под любые макияжи, абсолютно под любую одежду. Я ношу на каждый день. Мне нравится, что данная помада, она и достаточно стойкая, и увлажняющая. И она не подчеркивает шелушение на губах, если такое случается. И она дополнительно не сушит. Обожаю эту помаду. Это самая моя, самая-самая любимая нюдовая помада. Две другие помады из более бюджетного сегмента, но это не значит, что они хуже для меня. Я их обожаю, люблю. Первая — это 123-я знаменитая помада от L'Etoile. Она снята с продажи, она была лимитированная. По-моему, в прошлом году зимой ее выпустили. Обожаю эту помаду, несмотря на то, что она безбожно сушит кожу губ. Но, честно говоря, за этот оттенок можно это и как-то пережить, использовать бальзам под эту помаду. Она настолько вот сухая, что она, в принципе, хорошо держится и на бальзаме. Ну, люблю я эту помаду, ничего с собой сделать не могу. Потрясающий оттенок. Буду искать аналоги. Если вы знаете аналог этому оттенку, то обязательно пишите мне. Так, и далее. И следующая помада — это 634 оттенок от Art Deco. Такая вот красная помада, вы ее также видели неоднократно в моих видео. Обожаю этот оттенок, потому что это холодный красный оттенок. Даже, наверное, сейчас свотч сделаю сразу. Она такая, скажем так, и стойкая, и увлажняющая. И по качеству она мне немного напоминает помады Kiss Kiss от
от Guerlain. По-моему, Guerlain это кис-кис, это новые помады. Вот как раз Art Deco мне напоминает именно тот самый кис-кис. Сделала вам свотчи. Так, это Natural Monica. Это Litoile 123, которая сушит кожу, но при этом потрясающий оттенок помады. И вот это вот как раз Art Deco. Если вы ищете холодную, идеальную красную помаду, идеальный оттенок, то присмотритесь к 634 оттенку от Art Deco. Просто потрясающий оттенок, при этом стойкий и при этом не сушит губы. Очень красиво, мне нравится. И качество, честно, качество наравне с люксом у Art Deco. Итак, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Надеюсь, видео о моих фаворитах вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Кроме того, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие самые любимые продукты в 2014 году у вас были, что вам запомнилось, какие продукты вы рекомендуете мне попробовать. И все, желаю вам всем отличного настроения, здоровья и чтобы каждый день приносил вам только радость и улыбки. Все, целую, пока-пока, до встречи в следующих видео.